группа мирных американских туристов, вооруженных лишь стрелковым оружием, попала в засаду во время экскурсии по популярному лесопарку. Местоположение группы и атакующей стороны не позволяет произвести эвакуацию воздухом. Чтобы туристы успели на следующую экскурсию, тебе нужно вывести их из парка. Вождь, твой отряд будет высажен к юго-востоку от того места, откуда туристы последний раз выходили на связь. Несчастные экскурсанты находятся под плотным огнем, но, к счастью, пока еще никого не потеряли. Впрочем, это всего лишь вопрос времени. Разыщи группу и выведи ее к точке эвакуации на севере. Это на другом берегу реки. Из-за необходимости действовать немедленно, мы не можем обеспечить тебя информацией со спутников. Поэтому будь осторожнее. Как выясняется, местные жители почему-то не любят туристов. Удачи! Только благодаря тебе туристы смогут попасть на следующую экскурсию. Вторая миссия «Отряд Дельта. Операция спецназ. Прогулка в джунглях». Группа мирных американских туристов, вооруженных лишь стрелковым оружием, попала в засаду. Их нужно спасти, чтобы они успели на следующую экскурсию. Медленно найти группу туристов, которые сейчас, между прочим, находятся на объекте «Могила». Понял, прапор. Говорит руководитель туристической группы. Нас обстреливают. Мне нас обстреливают. Кто пустил сюда туристов? Скорей, скорей. Спокойно, турист. Чем же эти туристы так местным жителям-то не угодили? Чего они тут должны были творить такого? Ты смотри-ка. Туристы что творят? Честно говоря, эти туристы больше похожи на какой-то американский спецназ. Мы добрались до руководителя группы. Отлично. Пошли. Мирные туристы, блин. Выводим их отсюда. К точке эвакуации. Сучка, конечно. Я не перестаю ржать с нее. Веры. По кусочкам на сувениры растачков. Ой, кому-то из туристов все-таки досталось. Слушайте, а здесь и правда довольно красиво, да? Парк неплохой. Ничего удивительного, что местные жители ревнуют к своему излюбленному парку. Ходят тут всякие чужаки, понимаешь? Ловят их рыбу. Вот бы местные жители так от китайцев защищали свой Байкал, да? Или леса, которые вывозятся китайцам. Лети к точке эвакуации. Все, можно Понял. Идти. Уже в пути, прапор. Можно двигать к точке эвакуации. На нас больше уже никто не нападет. И остается только просто насладиться чистой водой. Красивыми пейзажами. За нами летят. Что такое? Смотри-ка. Говорит руководитель группы. Спасибо за помощь. Лучше помогите материально.